Всем привет! Меня зовут Ирсен Кудякова, и в эфире канала Бридж ТВ программа «Топ-10. Чарт самых актуальных мировых видеоклипов». В прошлом выпуске вы могли увидеть хит-парад лучших роликов 2013 года среди исполнителей мужчин. Ну а в этот раз вас ждут самые востребованные клипы прошедшего года уже среди прекрасной половины человечества. Мы начинаем! Десятое место сегодняшнего чарта достается Бритни Спирс. В прошедшем году певица долго интриговала публику выпуском своего нового альбома, который увидел свет лишь совсем недавно. А пока критики ломают голову, пытаясь оценить успех свежей работы Бритни, певица не устает появляться в чартах и лентах новостей. И наша программа не исключение. Певица Элли Голдинг и ее видео «Burn» у нас расположились на 9-м месте. В родной Англии певица уже не первый год штурмует чарты, ну а клип «Burn» принес Элли более 100 миллионов просмотров в интернете и еще большую известность. За прошедший год Кристина Агилера проявляла активность сразу в нескольких направлениях. Певица занималась благотворительностью, участвовала в музыкальном реалити-шоу, выпустила собственный парфюм и, конечно же, не забывала о музыке. Видео «Feel This Moment» на 8-м месте нашего чарта – один из творческих плодов певицы в прошедшем году. Седьмую позицию нашего чарта лучших клипов 2013 года среди женщин занимает Pink. По версии нескольких журналов, боевая певица была признана женщиной года, а также одной из самых прибыльных концертных исполнителей. Согласитесь, разве не о таком признании мечтает любая певица? Встречаем Pink на 7-м месте. Утонченная поп-дива Лана Дель Рей с клипом «Summertime Sadness» расположилась у нас на 6-м месте. Под конец года певица выпустила короткометражный фильм, а вот концерт в Москве, к сожалению, был отменен из-за плохого самочувствия певицы, что, впрочем, не помешало Лане Дель Рей остаться популярной в России и занять в нашем чарте 6-ю позицию. В самой середине сегодняшнего чарта пребывает Селена Гомес. В одном из интервью Селена обмолвилась, что по окончании тура в поддержку ее последнего альбома она намерена на время оставить музыку и сосредоточиться на работе в кино. Хочется верить, что и киноработы Селены Гомес принесут ей большой успех. Ну а видео «Come and Get It» у нас на 5-й строчке. Максимально близкую к тройке лидеров 4-ю позицию сегодня занимает Риана. Что интересно, в этом году певица не выпускала новых альбомов, но при этом не исчезала с чартов и новостей. А все потому, что Риана умеет снимать яркие и запоминающиеся клипы. Работа под названием «Stay» как раз из их числа. Друзья, вы смотрите канал Бридж ТВ, меня зовут Ирсен Кудякова, и сегодняшний выпуск программы «Топ-10» посвящен лучшим клипам 2013 года среди певиц. Почетное 3-е место достается Кэти Перри и ее клип «Урор». Возвращение певицы с новым альбомом стало одним из самых ожидаемых событий прошедшего года и, к счастью, не оставило армию фанатов равнодушными. А мы тем временем все ближе подбираемся к заветной вершине, чтобы узнать, какая же певица стала самой актуальной в 2013 году. Второе место занимает Леди Гага, ставшая настоящим экспертом в эпатировании публики. Креативность певицы в итоге не осталась незамеченной, а клип «Applause» получил отличные позиции в программе «Топ-10». Друзья, мы добрались до первого места нашего чарта лучших видеоклипов прошедшего года среди женщин. Для сегодняшней победительницы 2013 год стал поворотным. Девушка неожиданно превратилась из диснеевской звезды для подростков во взрослую девушку. Речь идет про Майли Сайрус, чье перевоплощение не оставило равнодушным никого. Встречаем клип «Wrecking Ball». Первое место. Друзья, на сегодня все. В этом выпуске мы подвели итоги лучших клипов прошедшего 2013 года. В новом году вас ждет много интересных новинок среди мировой музыки, которые вы сможете увидеть на канале Бридж ТВ. С вами была Ирсен Кудякова. Пока!